Итак, коллеги, здравствуйте. Всех рад приветствовать. Время 12. Давайте начнем. Просьба в чат поставить плюсик, если меня видно и слышно, если видно презентацию. Ага, спасибо. Меня зовут Эдуард, я пресейл-инженер компании IP-Matica отдела телефонных решений. Сегодня тема нашего вебинара – интеграция конечных устройств E-Link FanWheel с платформами 3CX и eStar. Начнем мы с 3CX. Пару слов о компании. Компания основана в 2005 году, имеет более 10 тысяч партнеров и более 250 тысяч пользователей. И имеет 15 офисов по всему миру. 3CX предлагает вам и пользователям, партнерам коммуникационную платформу. Что это? Это коммуникационная платформа АТС, телефонная станция, которая работает по СИПу. В качестве сервисов и функций предлагает не только рядовые функции и сервисы, такие как запись разговоров, переадресации, группы, но еще расширенный функционал телефонной станции, такие как аудиоконференц-связь, видеоконференц-связь, расширенные отчеты для колл-центров, дашборды, очереди входящих в режиме онлайн. То есть это платформа, которая объединяет стандартный набор телефонии и расширенный набор, ориентированный для колл-центров, на колл-центров. Поговорим об интеграции 3CX с IP-телефонами фирмы E-Link. Что она дает, в чем она выражается? Ну, в первую очередь, в поддержке. 3CX тестирует программное обеспечение, которое выходит на телефонных аппаратах E-Link, проверяет его, проверяет функционал, работу сервисов и размещает на своем сайте именно те прошивки, которые были протестированы 3CX. Как вы можете видеть, телефонных аппаратов моделей довольно много. Это и вторая серия, 21-й, 27-й телефоны, 19-й. Это и новая, относительно недавно вышедшая, 4-я серия, серия U. Также здесь включены 5-я серия из настольных телефонных аппаратов и DECT-решения, и конференц-телефоны. В DECT-решениях как и сингл-соты находятся, так и микросотовые системы. Конференц-телефоны E-Link CP920 и CP960. То есть почти вся линейка, весь модельный ряд E-Link был протестирован 3CX и осуществляется поддержка. Также пару слов о SIP-домофонах FanWheel у 3CX. Также существует поддержка конечных устройств SIP-домофонов. Это домофоны внутреннего размещения i30, i31s и внешнего размещения i20s, 23s, 18s. Также SIP-громкоговорители существуют и такие аксессуары, как FanWheel PA2. Что дает эта интеграция? В первую очередь, возможность автоматически настраивать парк конечных устройств. Здесь вы можете видеть перечень тех сервисов, которые дает автонастройка. Вы благодаря автонастройке можете видеть все подключенные IP-телефоны и SIP-домофоны, в частности, их IP-адреса и MAC-адреса. Вы можете также в веб-интерфейсе 3CX видеть подключенные софтфоны и приложения 3CX, которые установлены на компьютере. Также вы можете видеть версии программного обеспечения и в случае, если это требуется, обновлять. Из веб-интерфейса 3CX вы можете удаленно перезагружать свой парк телефонов и домофонов. Вы можете перенастраивать, к примеру, кнопки BLF. Можете это делать, сгруппировав несколько телефонов, либо каждый по отдельности. То есть это тоже очень удобно, когда ваш парк телефонов достаточно большой и объемный. Также через веб-интерфейс 3CX вы можете в два клика подключиться к веб-интерфейсу телефона. Вот. И, собственно, мониторить их.
На слайде вы видите пример, как, где в веб-интерфейсе подключен SIP-телефон 41P. Вот. Также зеленым цветом выделены кнопки «Добавить телефоны вручную». Можете наблюдать, что IP-адрес и MAC-адрес также фигурируют в веб-интерфейсе. Также благодаря интеграции, начиная с версии V15.5, в 3CX есть возможность установки логотипа компании на всем парке телефонов. В табличке вы можете наблюдать разрешение логотипа, которое необходимо в зависимости от модели. И формат у всех – это формат DOP. Благодаря этой интеграции вы можете обеспечить логотипом весь ваш парк телефонов и сделать так называемое брендирование. Также благодаря интеграции телефонных аппаратов, ну, домофонов, наверное, здесь будет, хотя тоже домофонов, с 3CX, вы можете наблюдать статусы, в которых находятся конечные устройства. В данном примере на слайде вы можете видеть, что красным подсвечиваются сотрудники, коллеги, которые сейчас находятся в разговоре, зеленым те, кто находится у тех, у которых сотрудники, у которых статус линии свободен, то есть они свободны и могут принять звонок. Также благодаря интеграции вы можете появился STI, так называемый режим, прошу прощения, режим, при котором благодаря программному обеспечению вы можете контролировать все ваши звонки и набирать с настольного телефона. То есть, к примеру, вы можете при входящем звонке поднимать трубку программно с помощью клавиши Enter на своем компьютере, и при поднятии трубки с помощью клавиши Enter у вас включится на стационарном телефоне громкая связь. И вы сможете взять трубку и общаться уже по телефону. И также вы можете быстро ввести номер на компьютере, к примеру, через клавиатурный блок, нажать кнопку Enter, и пойдет звонок. И тут же переключиться и взять на настольном телефоне трубку и общаться уже с настольного телефона. В каких ситуациях это удобно? Это удобно для колл-центров, для, возможно, сотрудников, которые все время находятся на линии, которые совершают очень много звонков или принимают очень много звонков. Когда с компьютера осуществлять набор номера гораздо быстрее, чем с клавиатуры на стационарном телефоне, в данном случае STI-режим будет интересен и удобен прежде всего для этих сотрудников. Как вы можете видеть, тоже STI-режим работает со всей линейкой телефонных аппаратов E-Link, что дает очень интересным этот режим. Теперь пару слов о компании E-Star. Компания E-Star основана в 2006 году. Штаб-квартира находится в Китае. Более 100 партнеров во всем мире, более 200 сотрудников в компании. Какие решения предлагает E-Star? Прежде всего, это автоматические телефонные станции, которые ориентированы на малый и средний бизнес. Это серия S. Также и компания E-Star предлагает серию K, это для крупного бизнеса. Также предлагает решение на так называемое Cloud PBX, которое позволяет предоставить виртуальные АТС, виртуальные телефонные станции. Но об этом чуть позже. E-Star предлагает автоматические телефонные станции в виде железных станций и в виде программного обеспечения. Программное обеспечение в серии K. По сервисам, которым предлагает E-Star в рамках телефонных станций, такие сервисы, как запись разговоров, групповой набор, объединение в группы, всевозможные передресации как внутри компании, так и передресация на сотовые телефоны по GSM, предлагает интеграцию с CRM, с различными CRM-системами, предлагает голосовые приветствия,
подключение с помощью всевозможных портов, шлюзов, FXS с FXO портами, аналоговых линий, потоков E1 и GSM. То есть в модельном ряде E-Star также присутствуют помимо ATS еще и шлюзы. Какие IP-телефоны поддерживаются ATS E-Star? Ну, как вы можете видеть, в бренде E-Link здесь основные модели, самые популярные, также присутствуют. Это и начальный уровень 19 и 21. Также U-серия, представлена 5 серия, 59 и 58 телефоны, самые популярные. В рамках DECT решений здесь представлены сингл-соты. Вот. И среди конференц-телефонов 960 и 920. Автопровижн, автонастройка поддерживается методами PNP и DHCP. Автоматическая настройка позволяет распознавать незарегистрированные телефоны. На презентации вы можете видеть картинки, как это выглядит в веб-интерфейсе E-Star. Также вы можете централизованно загружать адресную книгу и получать доступы к шаблонам настройки. Шаблоны настроек можно применять как для группы телефонных аппаратов, конечных устройств, так и для каждого телефона, конечного устройства индивидуально. Вот. И также благодаря интеграции вы можете централизованно обновлять свой парк телефонов из веб-интерфейса E-Star. Какие преимущества получают наши партнеры, наши заказчики из интеграции, из совместной работы 3CX и E-Star с E-Link и Fanvil? В первую очередь это гарантированную совместимость оборудования. Как я говорил уже ранее, все прошивки тестируются 3CX и E-Star. И убираются всевозможные баги, проверяются работа всех функций и сервисов. Бесплатное первоначальное обучение и сертификация. 3CX и E-Star имеют свои обучающие материалы. Некоторые обучающие материалы локализованы, они на русском языке. Это тоже упрощает работу с оборудованием как вам, нашим партнерам, так и вашим и нашим заказчикам. Проведение комплексного тестирования с новыми продуктами. Здесь хочу сказать, что мы ожидаем недавно вышедшую третью серию у E-Link. Протестированные и работоспособные с платформами 3CX и E-Star. И тесную интеграцию. Здесь, наверное, я бы отметил STI-режим, который реализован в 3CX. Так, Александр задает вопрос. По-моему, для колл-центра удобнее веб-интерфейс и совершение звонков через расширение. Согласен с вами полностью, но все, конечно, индивидуально. Благодаря этой интеграции 3CX, E-Star, E-Link предлагают разные способы. То есть в каких-то ситуациях удобнее действительно звонки через программный телефон и через гарнитуру. В каких-то ситуациях возможно использование и настольного аппарата. На этом я завершу. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Задавайте их в чате. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в наш шоурум, где представлены у нас и E-Star, и если понадобится, мы можем показать и 3CX платформу. Также представлен весь модельный ряд телефонных аппаратов E-Link. Домофонов. На входе в шоу-рум у нас висит домофон, и он участвует в кейсах, которые мы показываем. Либо пишите все ваши вопросы к нам на пресейл отдела телефонных решений. Мы поможем, дадим в тестирование, возможно, оборудование и ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо большое. Если есть вопросы, в чате обязательно пишите. Ну, вопросов нету, тогда со всеми прощаюсь. Рад был всех увидеть. До новых встреч.